Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». Сегодня у нас видео не о алмазной мозаике, так как я начала новый процесс, а о кристаллах, которые я продаю на своей странице. Думаю, что большинство из вас может пропустить это мимо ушей, потому что платформа исключительно американская, только те, кто проживает в США, могут это купить. Ну а вам я просто хотела показать эти кристаллы. Думаю, что те люди, которые любят кристаллы, также я, так же, как и я, им будет интересно посмотреть на них. Ну, а располагаются они, так сказать, вот в этом милом сундучке. Так что, если вам интересно получить эстетическое удовольствие от созерцания кристаллов, оставайтесь со мной. Ну что, давайте начнем. Как только я выхожу на улицу, солнышко, как всегда, прячется за тучки. Первый экземпляр, который я вам хотела показать, это очень необычный горный хрусталь. В США он называется горный хрусталь или прозрачный кварц с голубым пером. По-моему, в России это называется перо ангела. Горный хрусталь с пером ангела. К сожалению, очень трудно разглядеть, но, может быть, вы в серединочке видите такое, как будто бы голубенькое перышко, оно очень такое незаметное, и на него надо, в принципе, смотреть при электрическом свете, еще направлять на него фонарик. И тогда вы сможете увидеть это перо. Если хотите посмотреть, у меня есть в шортс видео с этим кварцем, и там это перо лучше видно, потому что я снимаю, ну, как бы при другом освещении. Но я думаю, что даже если вы посмотрите сейчас, то вот в серединочке, в самой, вот тут вот, можно увидеть еле-еле заметное, бледное, голубое, как будто бы перышко. В общем, это первый кристаллик. Не обращайте внимания вот на этот воск. Это я просто защищаю кончик, чтобы он не поломался. Следующее, что я хотела бы вам показать, вот такую вот красивую свободную форму аметиста или аметиста в свободной форме. Он очень такой интересный. Внутри как будто бы пирамидки. Сейчас, я не знаю, видно вам или нет. Если вот так вот посмотреть, видите, вы как будто бы фантомы внутри, как будто бы пирамидки. Очень такой интересный экземпляр, довольно-таки прозрачный. Трудно в перчатках этих держать, они скользкие. Вот так вот, видно вам? Видите, вот пирамидки, да, в них? В нем очень красивый. Он не очень большой, конечно. Видите? Не совсем большой, но довольно-таки интересный экземплярчик. Вот так. Вот такая красота. Следующий экземпляр, который я вам хотела показать, и это также свободная форма, дымчатый кварц в свободной форме. Он, конечно, побольше, чем предыдущий, тоже довольно-таки прозрачный, хотя есть там некоторые включения в нем, но он, в принципе, transparency довольно-таки хорошая. То есть, посмотрите, и в нем также есть и радужки. Не знаю, видно ли вам или нет. Вот здесь. Ну, такой красивый экземплярчик. Вот такой вот кристалл. Все они у меня в районе от 20 до 27 долларов. В зависимости от кристалла, от формы, от размера. Следующий экземпляр, и это башенка флюорита. Очень трудно передать цвет вот этого флюорита. Вообще он голубой флюорит, но он такой, знаете, я бы сказала, цвета морской волны, но при этом голубые оттенки превалируют все-таки в нем, чем зеленые. Но камера, ну, сильно искажает цвет, она его все-таки каким-то более зеленоватым, что ли, показывает. Такая вот красота. Я так намучилась с ним, когда я делала фотографии, потому что вот он абсолютно зеленый выходил. Не знаю, может быть, так лучше видно, когда он там на черном фоне лежит. Следующий. Это продается как цитрин у многих продавцов. Но я называю его желтый кварц, потому что я не на 100% уверена, что это действительно цитрин. Хотя многие продавцы не сепарируют лимонный кварц, желтый кварц, нагретый цитрин, то есть аметист, да, или тот кварц, который подвергся излучению. У меня все-таки такое ощущение, что этот кварц или дымчатый, или горный хрусталь подвергся радиоактивности, irradiated quartz, он здесь называется, излучению, и вот он поменял свой цвет.
Не очень много осталось, я просто снимала для своих американских подписчиков сначала. Следующий экземпляр, еще один аметист, также свободная форма, он немножечко побольше, чем предыдущий. Вы видите, наверное, радужки в нем, да? Но тут, мне кажется, чуть-чуть поинтереснее. Вот в этом нету вот таких вот пирамидок, как в предыдущем, но мне кажется, этот более прозрачен, чем предыдущий. Очень красивый аметист. Насколько я равнодушна к аметистам, но когда я вот увидела, мне очень понравилось. Я вот думаю, может быть, себе оставить, не продавать. Я думаю, вы видите, да, насколько он прозрачный. Да, мою руку видите через него. Опять-таки, солнце отражает в экран телефона. Я надеюсь, что он концентрирует. Следующий экземплярчик у нас также облученный дымчатый кварц или обычный горный хрусталь. Вот такая красота. Здесь он называется Double Terminated с двойным кончиком, видите? Но я не знаю, как это по-русски называется. Вот такая красотища. Тоже много очень радужек. Я думаю, что вы сейчас видите их, да? Красивые. Честно говоря, мне такие цитрины, да, как бы искусственно выведены, но они не совсем искусственно выведены, они, и, как бы это сказать, их довели до того состояния, до которого не довела природа, да, аметист. И, как вы видите, они или нагрели его, или там вот под облучение. И, честно говоря, я заметила, что мне такие нравятся больше, чем настоящие цитрины. Они не настолько все же, знаете, насыщенного такого цвета желтого, как вот эти. Так что вот этот желтый кварц мне нравится больше. Следующий экземпляр, одна из моих любовей, хотя я их все люблю, это радужный флюорит. Также в свободной форме. Очень хороший, классно отполирован. Очень интересная такая форма. Вот так вот он выглядит. Там есть и зеленоватые оттенки, и сиреневые, и белые. Я бы даже не сказала бы, что они прям зеленоватые, тоже цвета морской волны, но тут больше с зеленью, конечно, чем с голубизной. Вот он, этот красавец на белом фоне. Девочки и мальчики, надеюсь, не очень затянуто. Следующий экземпляр – это так называемый солнечный камень. Опять-таки, посмотрите на эти прекрасные блестки внутри него. А вот с этой стороны они еще более явно выражены. Вы знаете, вот та платформа, на которой я продаю свои камушки, она очень классная, она очень удобная для продавцов. И, к сожалению, там нет опции загрузить видео. И иногда, ну, очень трудно показать всю красоту кристалла без видео. Очень трудно передать вот те же блестки просто по фотографии. Это можно увидеть только вживую или на камере. Поэтому у меня много шортс на YouTube, на моем канале, где я показываю именно маленькие видео кристаллов под разным освещением. И под электрическим, и под таким вот солнечным. Следующее – это желтый флюорит у меня. Башенка желтого флюорита с такими малиновыми какими-то линиями. Очень интересный, довольно-таки прозрачный. Я думаю, вы видите мою руку через него. Красиво, опять-таки, воск на макушке, чтобы не повредился кончик. Красивый такой экземпляр. Ну, конечно, как без этого, моя любовь. Это самый мой любимый камень, если вы спросите. Наверное, самый любимый, я их все очень люблю. И у меня много любимых есть, но это самый любимый. Это горный хрусталь в свободной форме. Вы посмотрите, насколько он прозрачен. Конечно же, не так, как я бы хотела, в нем есть какие-то включения, вы видите, но, в принципе, он очень прозрачный. Посмотрите, как через стекло мою руку видно, да, мои пальцы видно. Обалденный горный хрусталь. Я очень люблю вот эту вот форму, free form, свободная форма, очень красивый. Вот, вот такая вот красотища. Вот все-таки... Знаете, вот есть что-то магическое и притягательное в этом камне. Насколько он прост, настолько и притягателен. Вот знаете, если я иду, да, на ту же выставку, стоят камни,
первое, на что я обращу внимание, это горный хрусталь. Хотя, в принципе, ну, белый, белый, прозрачный, вот как стекло, ничего в нем такого нет. Но вот меня он прям тянет к себе. Ой, насколько я уже наговорила, опять не остановиться. Вот, это у меня лунный камень тоже. Вот как передать иризацию лунного камня на фотографиях, да? Ну, обязательно все-таки видео должно быть. Ой, зараза, не концентрируется. Это одна сторона, это сердечко лунного камня. Это вторая сторона. Она еще больше иризирует, чем предыдущая. Какашка все-таки тоже лунный камень. Вот я очень люблю горный хрусталь, лунный камень, опал. Ну, опал драгоценный все-таки. Флюорит. Цитрин. Ну, цитрин такой вот, видите, мне нравится. Такой нагретый, так сказать. Он не нагретый, а облученный цитрин мне нравится. Желтый кварц. Вот. Красота. Все-таки адуляры это нечто, да? И это не самый лучший экземпляр, между прочим. Следующий у нас опять-таки радужный флюорит. Ну вот здесь вот больше такого, знаете, темно-сиреневого, темно-фиолетового, я бы сказала даже, и зеленого цвета. Это, наверное, довольно-таки большая, ну, она большая башенка относительно тех, которые я вам показывала. Наверное, это вообще из всех экземпляров, что я вам показывала, это самый большой, самый высокий, самый тяжелый. Ну и подавно из всех флюоритов, конечно же. Что-то, у меня такой язык странный, да? Я сейчас слушаю сама себя. Построение предложений у меня, конечно, караул. Вот. Вот такое вот флюоритик. Ой, я, наверное, за 15 минут закончу сегодня. Ничего себе, прям прогресс. Так, ну и последние три мои экземпляра. Это, ну опять-таки, цитрины, да? Но на самом деле это нагретые, ну не нагретые, а облученные кварцы. Желтые кварцы, так сказать. Трио такое, это самый маленький. Вот, я не знаю, мне нравятся все-таки вот такие вот больше, чем натуральные цитрины. Все-таки они не настолько насыщенно желтые. Хотя для кого-то, может быть, это покажется чем-то неестественным, не знаю. Ну, если бы мне вообще не сказали, что вот эти вот кварцы облучены, я бы никогда в жизни бы и не подумала, что это не настоящие цитрины. К максимуму приближены. Свинья, как говорится, везде грязь найдет. Вот и я. Везде роскошная зеленая трава. Нет, я умудрилась найти все-таки грязь и прям белой перчаткой в нее вляпаться. Так что не обращайте внимания, если там увидите капельки грязи, я уже все заканчиваю. Это у нас средний желтый кварц. Так что, если вы где-то увидите, что продаются вот такие вот экземпляры не очень дорого, потому что вы сами видели на джем-шоу, на выставке камней, что там, ну, вот такой вот стоил бы, я не знаю, долларов 100, может быть, вот, то, ну, скорее всего, это облученный кварц. Но, опять-таки, это настоящий камень, это или же настоящий горный хрусталь, или же дымчатый кварц. Просто его облучили. Некоторые говорят, подкрасили, но нет, нет, ты так не подкрасишь желтый кварц. Это он облученный, конечно, но все равно красивый. Вот, на этом все. Спасибо вам огромное всем за внимание. В следующем видео я вам покажу свои handmade украшения. Те украшения, которые я продаю на Маркале, тоже как бы это не то, что вы должны покупать или что-то. Просто хочу вам показать эти украшения с эстетической точки зрения, просто на них полюбоваться. Также они сделаны из натуральных камней и, опять-таки, они сделаны все своими руками. На этом все. Надеюсь, вам не было очень скучно. Погода прекрасная, теплая. Пойду наслаждаться отпуском. Пока!